Я вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – чеській церкві в Миколаївській області 20 років. І з цього приводу ми запросили справжніх чешок. Тож, знайомтесь, друзі. Ольга Бойченка і Галина Ольховська – члени Миколаївського чеського товариства. Девчонки, здравствуйте. Добрый день. Очень рады приветствовать вас в нашей студии. Телезрители, я напоминаю, что это настоящие чешки у нас сегодня в гости. Не каждый день такое у нас случается. Посмотрите, какие они красивые. Ну, настоящие чешки. Да, девчонки? Вы же настоящие чешки? Да. Да. Настоящие. У нас мать чешка. Да. Чешские корни, дед чех. И сейчас у нас и богемки родственники, и некоторых других населенных пунктах в Одессе, Веселиновке есть чехи здесь и в Николаеве. Вот кто бы мог подумать, чехи, они есть и у нас тоже. И это очень здорово, потому что от этого наша жизнь становится еще более радостной и разнообразной. Девчонки, итак, чешской церкви, сейчас я точно прочту, чешско-братской евангелистской церкви обновленной в этом году 20 лет. Будьте добры, где она находится? И 20 лет назад была создана эта церковь. Если можно подробнее, Оля. Эта церковь, можно сказать, само здание построилось новое. 20 лет этому зданию. Таких церквей называется Бетлемска капле по-чешски, Вифлеемска каплиця. Таких церквей в мире всего две. Одна в Праге и одна в Богемке. Вообще только в мире? В мире. Во всем мире. Телезрители, представляете, во всем мире всего две подобных церкви. И в Николаевской области одна из этих двух церквей находится в Николаевской области. Где именно, Оля? В селе Богемка, в Радевского района. Николаевская область. А почему именно в селе Богемка Врадевского района? Ну, объясняется это все просто. В селе Богемка от Богемия, Богемия, поселились 110 лет назад чехи, которые были последователями учения Яна Гуса, и, в общем-то, они придерживаются этого учения по сей день, сохранили все традиции, обряды, фольклор, язык, что немаловажно. Вот есть и другие чешские села, но хотелось бы отметить, и мы очень рады, что Богемка как-то в этом смысле она очень так достойно выглядит. То есть она соответствует тому, что действительно и самое главное, язык сохраняется, и обряды и традиции, да? Да. И к этой дате у нас появились такие строки стихотворные, можно зачитать. Конечно. Церков евангелицка обновлена, нам Богом и Яном Гусом дана. Маш 20-летні вірочі, і се ж прикладом про твоє дітська, а внучі. Будьте веселі, Веселіновка, а Богемка. Їх пшателі, а чіські краяни, же маме Бетлемську капле на Їжній Україні. Какой понятный чешский язык. Да, телезрители, я надеюсь, что вы тоже все поняли, потому что, вообще, даже, все понятно. Я думаю, перевод не нужен. Я тоже думаю. Да. С украинским языком очень много похожих слов, очень, да. И, конечно, это не удивительно, потому что сейчас Чехия и Украина, они имеют такие вот границы в современном мире. Раньше было немножко по-другому, и поэтому следует здесь отметить, что идеи Яна Гуса, они были распространены не только в Чехии. И сейчас исследования доказывают то, что наша православная церковь на Украине, она тоже имела большое влияние гуситской церкви, потому что идеи реформаторские, они передовые, протестантство, протест, он в чем заключается?
Протест заключался в том, что было неприятие католической церкви, скажем так, большое влияние немецких феодалов, и от этого чешский народ страдал в плане идентификации и, ну, понятно, если какая-то кризисная ситуация есть, то как-то ее надо менять. В общем-то, Ян Гус, он и начал эту традицию. Понятно, что эти идеи, они не возникли на пустой почве. Ян Гус поддерживал идеи Джона Виклифа, английского теолога, и вот эту позицию он защищал в Карловом университете в Праге. Он сделал блестящую научную карьеру. Он сначала получил бакалаврскую степень, потом степень магистра и стал ректором Пражского университета, который тогда был единственным в то время еще в Центральной Европе. Это Ян Гус. Ян Гус, да. То есть вы видите, какого масштаба эта личность. И, конечно, такое событие в Богемке, когда такой праздник мы, конечно, не могли пропустить. Он совсем недавно торжества проходили, 20 октября. А давайте посмотрим. Друзья мои, у нас сейчас с вами есть возможность посмотреть, как проходили торжества в честь 20-летия Чешско-евангелистской церкви, обновленной именно в селе Богемка в Радевского района Николаевской области. Вот сейчас мы видим девушки в национальных чешских костюмах, да? Это ансамбль, он уже, наверное, знаком жителям Николаева, потому что проводятся здесь национальные фестивали «Дружба», называются «Богемские фраерки». «Богемские модницы». «Богемские модницы», да. Они поют песню о Королевской Библии. Библия, которая была переведена с латыни, и стала на чешский язык, и стала доступна обычным людям, бедным. Потому что до этих пор, когда она была на латыни, люди были неграмотны, и они не имели возможности изучать. А с подачи Яна Гуса, он в этом принимал непосредственное участие, он перевел Библию, и люди стали приобщаться к духовной жизни более полно. Я вам хочу сказать, симпатичные эти фраерки. Да, ну, не зря модницы. Я бы хотела сделать такой акцент, чтобы было ясное понимание, почему же вот именно так вот мы обозначаем важность этого учения. Следует углубиться еще в X век, во второй половине X века везде открываются монастыри, а монастыри были в то время концентрацией и политической силы, и духовным центром. И центры культуры. И культура, и образование. Это сейчас имеются разветвления, а раньше это, можно сказать, все было аккумулировано все в комплексе. То есть можно сказать, что философское осмысление вот, построения жизни вообще во всех сферах начиналось в монастырях. Ян Гус родился приблизительно в 1369 году в местечке Гусинец. Это в Южной Чехии. И надо полагать, что вот студенты Пражского университета, Карлова университета, ему дали такую, ну, фамилию, наверное. Гус. Это может гус. Быть прозвище. Гус. Да? Ну, так прозвали, а там уже да, получилась фамилия. Ну, конечно, я так думаю, что фамилии так и образовывались. Да, потом прирастает намертво. Да. Конечно, Ян Гус, он входит, можно сказать, в число первых
скажем, национальных героев чешского народа. И мы знаем, что в прошлом году праздновалась годовщина 600-я со дня сожжения Яна Гуса. Конечно, это трагическая история, но ввиду того, что Ян Гус, он, можно сказать, верил в самое лучшее, он, я думаю, что он не ожидал такого исхода. Он все-таки верил, что его идеи прорастут. Ну, они таки проросли. Конечно, вот что написал Тарас Григорьевич Шевченко о Яне Гусе, как он за права чешского народа, за правду боролся. «Кругом неправда и неволя, народ замученный мовчить, а на апостольском престоле чернець годований сидить. Прозріте, люди, день настав, розправте руки, змийте, прокиньтесь, чехи, будьте люди, а не посмішище ченцям. Запалили, та Божого слова не спалили, не вгадали, що вилетить орел із-за хмари, орел з великої букви», написано. І орел в даному випадку – це Мартін Лютер, який вже продовжив ідеї Яна Гуса. І ми знаємо, що в Європі наступного року величезна подія, вже починають готуватись до цієї події. 500 років відзначають реформації. Починаються ці події з Німеччини, вже виїхали камеуни з ознайомчою програмою. І президент України вже видав наказ, що Україна також має на належному рівні зустріти ці події. Тому, скажімо так, ідеї реформації, протестантства, які ось ми можемо спостерігати в нашій Миколаївській області, в селі Богемка, вони, наскільки вони є актуальними. Давайте ще подивимось, як проходили урочистості з приводу 20-річчя Чеської церкви. Це обряд причащення. Так. По большому счету, очень сильно не отличается от обряда причащения католиков, в наших церквях. Да, в наших церквях. Но, знаете, я отметила для себя такой момент, что у нас в церкви есть какое-то немного, может, грустное, гнетущее немного ощущение. А у чехов нет. Они приходят, молятся, поют песни, улыбаются. Но они поют не песни, они поют гимны, правильно? Да, в которых это словословие. Церковные песни, да. Просто в виде... в песенном варианте. Несколько раз вот во время проповедей было сказано, что мы все христиане. То есть христианский мир, независимо от того, что, может, какие-то разные идеи были в какие-то времена, мы все-таки должны объединяться ради вот, какой-то великой цели. Ради мира, ради... Девочки, ну вот я смотрю, это здание в селе Богемки, да, церкви, да, именно там, да, построена, угу, новая церковь, да? Да, да, 20 лет назад, да. Угу. Как бы верования эти все равно были в Богемке, просто не было храма. Собирались, как и в других, в Первомайске, Николаевской области, село Веселиновка, а появилось место, где прихожане могут приходить. И, конечно, это большой вклад в нашу культуру и Николаевской области, и вообще Украины. Были высокие гости, был консул Чешской Республики в Украине. Давайте еще посмотрим, да, Оля, чтобы вы смогли, чтобы мы успели посмотреть все видео, которое приготовили для наших телезрителей именно о гостях и какие гости были, и кто приветствовал, кто побывал на торжествах. Вот. Эта дама кто? Это пресвитер Веселиновской церкви Мария Провозникова, Одесской области. Как оказалось, она даже наша дальняя родственница. Ваша именно? Да. Наша, ух, да. Ты. Наш прадед Карл имел очень много детей, у него было две жены.
первая жена, к сожалению, заболела и умерла. Вот Мария, потомок, дочка этой. И она приехала специально на торжества, да, из Одессы, да, да, в Николаевскую область, да? Потому что это событие действительно очень важное. И давайте еще посмотрим, у нас есть поздравления и песня, ну вот хотелось бы посмотреть и послушать, потому что усладить свой звук. Давайте, вот. Поздравляю, счастна, и всем твоим детям, так и поздравляю. Можно нас памятуешь, або не, я сам Бабикова. Вацлава, ты не сидишь? Янчику Вацлав. Атмосфера и культура проведения такого мероприятия очень на высоком уровне. Вот можно сказать, что мы немножко, ну как, уже вдалеке от богемки, ну все-таки 200 километров, конечно, ну, да, жизнь конечно, уже здесь больше налаживается, но я вам хочу отметить, что для чехов и потомков, которые из богемки, все-таки богемка является Меккой, центром для всех, кто в свое время оттуда выехал. И в прошлом году мы также были на 110-летие основания села. И, ну его чехи основали, да? Да. Чехи основали. И приехали гости и из Одессы, Одесской области, из Чешской Республики, из Николаева, из Первомайска, из других сел, из Приднестровья. То есть, ну, это паломничество было. И, знаете, вот удивительное чувство, когда ты, например, изучаешь дух народа по Гегелю, сидя в аудитории университетской, да, ну, вроде бы все понятно. И когда вот ты, когда его, ты чувствуешь, да, угу. Это удивительное ощущение. Ну, конечно, это разные, да, совершенно ощущения, да, прикоснуться непосредственно. Теория и практика. Да. У нас есть еще видео о музее. Да, давайте посмотрим музей, который специально создан. Да. Это тоже в селе Богемка, да? Этот музей в церкви. В этой же церкви, угу. Да. Это двухэтажное строение, на втором этаже музей. И музей именно посвящен истории, да, традициям. Посмотрите, вот насколько глубокий смысл самой церкви. То есть церковь – это не только вот духовная работа, но это, можно сказать, целый комплекс. При церкви работает и воскресная школа, и, ну, можно сказать, вот, если кто знает, в воскресенье, каждое воскресенье службы проходят, то есть если вы хотите увидеть односельчан и получить новости, вы просто идите в церковь. Ну да, и не надо даже и ни мобильного телефона, ничего, да, а из уст в уста будут посмотрите, передаваться. Посмотрите, это еще вот вещи. Я помню, и у дедушки с бабушкой тоже такие шкафы были. И вот это Людмила Свердлова и Мила Райхерт и Галина. Вот, это мы были летом. Ну вот та же фотография, угу. Только не Галина, а женщина. Вы обратите внимание, что и в Богемке и Веселиновке служители церкви женщины. То есть можно сказать о равноправии. Да, для наших церквей это нетипично. Да. Это, я считаю, что это большой прогрессивный шаг. То есть дякую особне Людмиле Свердловой за духовную работу. Вот мы что
мы спрашивали, она дает такие ценные советы. И вот как основная мысль Чешско-братской церкви, что да, человек может ошибаться, но у него всегда должен быть шанс, шанс исправиться. То есть идеи абсолютно современные, скажем так, они освобождены от каких-то предрассудков. Вот что, что и восхищает. Это может быть даже не потому, что вот мы имеем эти корни, а просто вот в духе времени, ну, это соответствует, так скажем. И у нас есть еще одно видео. Давайте посмотрим, чтобы мы все-таки успели посмотреть все, что у нас есть. Это Людмила Чап. Мы встречались на фестивале «Дружба». Людочка, большое тебе спасибо, ты всегда на связи, поэтому... Да, это как проходят службы, да, вот сейчас эти фотографии, да, иллюстрируют служба, службу. Да, это причащение. Это служба, причастие. Угу. Видите, храм очень аскетичный, там нет привычных для наших храмов икон, каких-то украшений, все очень просто. То есть Ян Гус говорил, что церковь должна быть для простых людей, и служитель церкви, даже с богатого человека, он может взять за служение сумму, которая хватит для служителя. Вот было фото там, где дети поздравляли прихожан. Поздравляли. Это посол Чешской Республики и Людмила Мухина, председатель совета работы, всех чешских организаций, которые существуют в Украине. В общем, мы получили, конечно, много положительных эмоций. И кроме того, понимаете, что вот, например, как я для себя бы обозначила, что для меня это значит, учиться. Вот сколько мы, и я в детстве там жила по несколько месяцев, и постоянно приезжаем, и родственники, и все равно приезжаешь, и там есть чему учиться. Приезжаешь, и постоянно узнаешь новое. Скажем так, не просто в каких-то обыденных вещах, а в более таких масштабных. Нет, ну действительно, учиться, во-первых, никогда не поздно, а во-вторых, учиться нужно для того, чтобы развиваться. Да, так, так и говорил Ян Гус. И хочется отметить, что гусицкое движение, оно оказало на историю всей Чехии очень большое влияние. И в плане духовной жизни, реформации во всех сферах жизни. В эту эпоху распространялись гуманистические идеи, и, что немаловажно, язык развивался. Вот тот алфавит, который мы сейчас можем видеть в чешском языке, реформировал его Ян Гус. То есть насколько вот, мыслил. Ну, можно сказать, Ян Гус – это как Ататюрк для Турции. Также вот в своих идеях он поддерживал мысли, что именно от простого народа, от наблюдений мы можем черпать вот эту силу, которая помогает нам, ну, не только выжить, а наоборот сделать жизнь процветающей. И следует указать, что в современном образе Европы идеи реформации, именно они повлияли на то, что Европа сейчас есть такой, как она есть. То есть благодаря этим идеям, которые провозглашали, что если ты хочешь спасти свою душу, то есть, ну, тогда это так говорилось, сейчас мы, если ты хочешь, ну, наверное, хорошо жить, да, то ты должен учиться, работать. Чем больше ты работаешь и учишься, тем твоя жизнь будет лучше. И поэтому настолько был большой прогресс в развитии капитализма. И вот, скажем, на сегодняшний день, естественно,
и Европейский Союз, он считается самым удачным проектом вообще во всемирной истории. Скажите, пожалуйста, у вас есть связи с чехами из Чехии? Да, наши. В соцсетях мы общаемся. И в соцсетях мы общаемся, и наша троюродная сестра живет там. То есть у вас непосредственно все-таки идет общение и обновление и чувств, и информации, и так далее, да, чтобы не застаиваться, а вот новые. Знаете, вот как говорят, что всплески вот активности, они появляются именно тогда, когда вот есть чувство, что эта традиция может разорваться. И тогда вот еще сильнее это все скрепляет. Ну дай Бог, чтобы традиции не разрывались. Мы за то, чтобы традиции только крепли. Друзья мои, спасибо вам большое, что вы пришли к нам. Время нашего эфира уже подошло к концу. Я напоминаю, дорогие телезрители, что у нас сегодня в гостях были Ольга Бойченко и Галина Ольховская, члены чешского товарищества, которое находится в Николаевской области. Мы говорили о 20-летии чешской церкви. Друзья мои, хотите хорошо жить? Учитесь, и все будет обязательно хорошо. Це була розмова на тему. На все добре.